На создание этой ледовой арены ушло 2 недели. Днем и ночью жители двора неустанно заливали каток. Причем делали это впервые. Говорят, пришлось перелопатить специальную литературу и множество сайтов. Опытные мастера щедро делились советами и наставлениями. В итоге площадка размером 20 на 30 стала достоянием не только местных жителей, но и всей алматинской детворы. Это очень сложная технология, это очень трудный процесс. Первая заливка заняла всю ночь, с 11 вечера до 9 практически утра. Вторая до 5 утра и сейчас где-то в среднем до часу ночи. 5-летняя Маша на каток пришла вместе с папой. Крепко схватившись за руку отца, она прокатилась по новому льду. Однако не прошло и получаса, как ребенок заявил, что теперь выписывать круги на льду будет уже самостоятельно. Маша намерена приходить сюда каждый день. Папа раньше меня возил на Медел. Теперь я буду кататься на во дворе. Мне очень нравится. Этот каток жильцы залили сами. В будущем активисты планируют превратить арену в мультифункциональную площадку с резиновым покрытием. Здесь ребята будут играть в теннис, футбол и кататься на роликах. А хочется и освещение хорошее сделать, и заборы новые поставить. Пока денег на такие грандиозные цели люди не собрали. Однако жильцы надеются, что в этом им помогут городские власти. Айжан Темирбаева, Искендер Тугузбаев, телеканал Алматы.